Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 725. Нам нужно вычислить 3 факториала, то есть запись считается. И 3 факториал – это 1 умножить на 2 умножить на 3, то есть произведение последовательных натуральных чисел до 3. 1 на 2 на 3 будет 6. 6 факториал – это произведение последовательных натуральных чисел до 4, до 6, простите. Потому что 6 у нас факториал 1 на 2, на 3, на 4, на 5, на 6. 2 на 3 – это 6, 4 на 5 – это 20 и еще 6. 6 на 6 – 36. 36 нужно умножить на 20. 36 умножаем на 2, получаем 72 и 0 прибавляем, 720. И 7 факториал. Это 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 5 умножить на 6 и на 7. Произведение до 6 мы считали, это 720. И 720 еще нужно умножить на 7. Давайте выполним это умножение в столбик. 0 сносим, 7 на 2, 14, 4, пишем 1 в уме, 7 на 7, 49, и 1 в уме, 50. Получаем 5040. 7 факториал – это 5040. Выполнили задание 725. Ну, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.